Эй, Шурик, ты куда понёс? Прекращай таскать курицу мне в кровать. Все едят там. Что ты носишь? То под подушкой рыбу мне, то курица, то в кровать косточки найдёшь. Аристократ в пятом поколении. То есть там тебе компашка, не компашка, да? Вареная курочка. Зашла, да? Зашла. Мой мальчик. Потому что уже испереживали, что ты любишь сладенькие лимонные дольки, скажи. Друзья, скажи, не переживайте. Это бывает крайне редко и по чуть-чуть. Ничего. Скажи, плохого от этого не будет. У Шурика и его друзей полноценное питание. Страшно подумать, что еноты едят в той же Америке на помойках. Одни фастфуды. И скажи, и ничего, и плодятся, и размножаются. А тут, скажи, две лимонные дольки пару раз в неделю, ничего, скажи, не будет ни с его зубами, ни с его пищеварением. Марсель поел и к батарее. Любимое место. Шанелька, что-то вы паштет перестали есть, дети мои. Называется перевод продуктов. Шанель и Марсель тоже только пришли. С прогулочки. Снежок, да, Шанелька? Ты уже набегалась и по деревьям она, и по кустам. Вся была как снежный клубок. Вообще никак Шанелька не становится прям домашней-домашней кошкой. Да? В отличие от Марсельки. Скажи, Марсель это домашний такой. Сразу видно, что вырос с людьми. А Шанелька нет. Шанелька такая сама себе на уме кошка. Шурик, Шурик, Ури, Ури. Посмотри, что он делает? Ох. Что, в дребезге? Да? Моя ляп. Все равно ты хороший. Все равно я тебя люблю. Хоть по 100 раз приходится на день убирать. Поел, называется. А все остальное потащил в диван. Да, Шурик? Где идет, там и следы. А сам такой чап-чап-чап. Вдруг папа пошел кофе пить без него. Скажи, этого я вынести. А, точно. Вот, просит, как чашка кофе в руке. Шурик, ты шебутной и без кофе. Вот так и живем. Пошли в очередной раз убирать за любимцем.